Да, вот такое дело. Надо фотовыводы делать сейчас. Это Тюменская областная научная библиотека, региональный центр президентской библиотеки. Региональный, в район по районам от президентской библиотеки. Говорят, что Ельцин основал в Тюмени. Огромная-огромная библиотека. Это мы грузим. Ну, конечно, мелконькие. На пароме переезжаем. Нынче есть что нам вспомнить. Все-таки не два, не три дома проехали, а 240 пунктов проехали городов и районных центров. Сейчас я так думаю, что больше всего запомнилось? Вот такая необычность, переживательность. Это даже не встреча с людьми, и не то, где нас задерживали, и не опасность. Вот мы несколько раз было чуть не погибли, только рельсов в горах пробило камнем. Вот, то дорога была сильно загрязнена, нас развернуло, и там большой кювет был такой, могли улететь туда, выше роста человеческого, может быть. А именно вот подбор места, где ночевать. Мы с трассы смотрим, где съезд должен быть. Съезд такой, чтобы видно было, что рядом лес или густой лесополосой так идет. И там не видно было, что вода. Вот нам нужно было такое место найти. Там условий 5 таких должно было. Не топкое место, недалеко. Хороший сход был. Были там дрова, можно было достать. И не вплотную, и не рядом, и не так далеко. И вот выбираешь, выбираешь, съедешь другой раз. Нет, глядишь, рядом деревня, чтобы от деревни километров несколько был. Не было нападения никакого. Все-таки не два, не три раза, а мы сделали ночевки 240 остановок. И опыт уже у нас достаточный был. И все разные-разные места. И нам нужно было выгулять собаку, чтобы отдохнуть. Последнее время, когда шли Владивосток, Находка, то там у нас... О, тут надо мне еще с этим заняться. Вот. То некуда было съехать даже. Поэтому мы решили ужин не готовить. Так, беги на место вот туда, беги, беги, беги. Ну что, ко мне пришла? Ну иди, иди, иди. Зря я тебя прогнал. О, иди сюда, белая. Иди ко мне, иди. Обиделась. Ох, и характер такой у тебя обидчивый. Ой, вот она где, моя хорошая кошка. Хорошая. Этот тоже пошел. Давай. Повернись сюда, голубоглазая. Вот она какая у меня, да красавица. Ну давай, залазь ты. Прямо на заправочной станции ночевать. Но в каком месте, чтобы не мешать, это на выезде. Ну, тут условий столько было. Чай доставали, выпрашивали горячую, и получалось у нас. Так что если в этом, в следующем году нам придется ехать, то мы выезжаем уже с солидным опытом. Вот, а как это будет выглядеть? Сегодня даже трудно сказать. Наш этот опыт может там совсем и даже не получиться так. Тут мы ехали на больших пространствах, а там бывает все скучное по-европейски. То надо думать, надо смотреть. Вот так. Слава Богу. Сегодня вот у нас было собрание, занятие, это 2 декабря 2012 года. Ну, схожу в мое видео, а теперь гляжу, вот у меня сколько их по-разному. Вот, детское поставил, теперь нужно что мне? Мне нужно найти, где у нас идут занятия. Занятия, потому что, вот, нашел занятия после богослужения. И туда поставлю, переключаю. Собрание поставил, это у меня новый модем, новый компьютер, ну, все по-другому. И я вижу, что у нас получается. Загрузка стала довольно быстрая такая. Я за один день все успеваю поставить. Да день-то какой? Часов с 3 начинаю. Надо ужать, а потом ставить, озаглавить. Вот. Это занятие первое.
Вот занятие пошло теперь, да. А теперь я готовлю четыре книги стихов своих. В каждой книге это будет 3092 стихотворения моих за 8 лет. Все они, вот я покажу сейчас, какие они стихи. Все по 9 четырехстрочных куплетов. 9 из 4, 36 строчек, а на странице 40 всего строчек. И поэтому эпиграфы у каждого стихотворения, взяты мною из Слова Божия, они должны, не должны превышать 4 максимально строчки. 36, 4, 40. Все занято. Я сейчас покажу, как это. Вот, прямо напрямую нужно показать. Это в пейджмейке работает. Да еще он не работает этот. Я с одного на другой таскаю, перетаскиваю. Ну, вот 3 уже полностью. Вот как будет называться эта книга. Посмотри. Вот сюда надо подойти напротив, чтобы прямо было показать. Вот как эта книга будет выглядеть. Вот она. Книга первая. Ну, 13. Вот первая книга стихов. Вот она как выглядит. Вот. И дальше, вот она, эта страница, да, предисловие. Тираж первой книги стихов, 1000 экземпляров, «Церковь, свобода, тюрьма» подошел к концу. Стал вопрос о восполнении этой книги другими стихами. За 8 лет, с 2003 по 2010, мной было написано 3112 стихов по 9 четырехстрочных куплетов. Почему именно по 9? Как бы в честь Пресвятой Троицы, по 3 куплета. Никоим образом не приемлю к себе эпитета поэт. Это всего лишь попытка выразить в чуть рифмованной форме проповедь на определенную тему. Я проповедник-миссионер с 50-летним стажем на 27 сентября 2012 года. Как помню, первое мое стихотворение было написано где-то в возрасте 5 лет, о подаренном отцом мне бычке. Потом был стих об отце. Как в басне надобно беде случиться, служить греху, смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Счастье из этих новых стихов, разделенных на 4, готовишься к изданию книги, по 800 страниц каждая, были уже напечатаны в 30 томах открытым оком. Считающие их очень часто просят путеводитель к стихам, чтобы понять полный смысл их. Для этого в некоторых стихах появилась напротив строчек и места из Святой Библии, откуда взята эта мысль. Обычно в предисловии к книгам кто-то из знакомых автору писателей или поэтов делает как бы путеводитель. У меня же ситуация такая, что бравшиеся за это тут же отказались. Им вовсе неизвестен смысл эпиграфа, незнание Святой Библии. А далее я делаю перенос во времени на сегодняшнее, и затем лично к читающему. Такой двойной перенос почти неизвестен в литературе. Это не поэзия с вычурными и пустыми сравнениями, но все согласовано с библейскими текстами. И корректировать мои книги отказались даже те, кто верит в Бога. Кто корректировал мои книги, каждая из них была по 752 страницы. Не знаю, какой знак препинания ставить, что последует за этим знаком. Перенос во времени или полное противопоставление уже сказанному. Вот кошка, ну до того капризная. Когда я хотел, она нет, но она сама залезла. Сама теперь она ляжет. Все. Именно сама. Ну характер. С таким характером замуж никогда не выйдешь. А если выйдешь на один день? Ты меня смотри. Вот. Ну а дальше я пишу, что такое игла. Некоторые не знают. Игла, вот это показывает, это аббревиатура из моих кровных имени и фамилии. Игнатий Лапкин. Имя, полученное при святом крещении, и фамилия наследственно от родного отца. Это Шариков говорил еще. Возьмите по 2 буквы, будет игла. Это не игла, ибо буква Л большая. Для краткости так и пишу. Тут нет ворованного ничего. Игнатий Лапкин, игла. Имеет для меня и более глубокий смысл. И он вот в чем состоит. В Святой Библии 77 книг с неканоническими книгами, 669 284 слова. А вот слово «игла» встречается всего только один раз. Екклесиаста 12.11. Слова мудрых, как иглы и как битые гвозди, и составители их от единого пастыря. И слово «лапка» встречается во Святой Библии только один раз. Притча 30.28. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах.
И тут я зацепился за эти слова, которые мне даны от рождения. Имя Игнатий в переводе с греческого означает «неизвестный», а в переводе с латинского «огненный». И кроме того, я глубоко верующий во многом, не согласен с официальным курсом сегодняшней церкви, хотя и нахожусь в ней. И слова мои многим не нравятся, они колют их. Я простой сторож и печник, охраняя и обогревая многих, не начальник, но благодаря евангельской проповеди достиг самых отдаленных уголков земли. Наш сайт «Во свете Библии». Вот надо крупно показать на весь экран. «К истине один народ ру». Наш форум «К истине май один ру». Живой журнал «Иглапкин livjournal.com». На нашем сайте, который считаю одним из самых богатых тяжеловесных в мире, отвечаю на 4124 вопроса «Во свете Библии». Там более 1000 моих проповедей, произнесенных в храмах во время богослужений. 3137 моих стихотворений на духовную тему. 50 начитанных мною книг аудио. 38 изданных мною книг за 8 лет. Еще 3 книги уже в интернетной версии. «Вот тебе и лапки паука, и мысли, сшивающие разрозненное». Стихи не пишу. С 12 ноября 2010 года. Вот такое предисловие. Ну а дальше вот как оно это выглядит. Вот каждое стихотворение, начиная с 2003 года. 1 Петра 11:19. «Но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца». Эпиграф. Дальше. «Анализ крови шариков пузатых». Второе. Дальше. «Нейман, не захотели повиноваться, не вспомнили чудных дел твоих». Нема. Дальше. Архивные данные, столько труда. Вот оно, какого числа. Все. Абсолютно в один входят все стихи. Каждое стихотворение начинается вверху и заканчивается внизу. Такое тоже трудно найти где-то. И нет пропусков никаких. Чтобы такое было издание. И, ну, вот, допустим, 36 строчек и 36 мест из Святой Библии. Напротив каждой строчки показано название книги, глава и стих. Напротив каждой, то есть 36 раз надо открыть Библию, чтобы узнать, о чем же идет речь. Вот это, допустим, читай, что тут? «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир». Наум 1.15. Эпиграф. Стихотворение. «Благая весть, кто понесет ее, уставшим и страдавшимся калекам? Земля иссохшая, к тебе иду дождем, из уст моих потоком льются реки. Господь послал, я ученик Христа, с его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал, да слушает имеющие уши. Звонок тревоги, слышатся шаги, нас через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пастырь, разломай замки!» А дальше все расписано по нотам. «Приветствую с улыбкой и кивком, газетный листик к истине крещения, передаю принявшему потом, хотя бы вкратце, где идет учение». И все, конечно, распахнули двери. Кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники и звери. Квартиру обобрать и их карман. Иная расторопная старушка, прообраз суховея прошлых лет, через глазок фиксирует на мушку, целуя многократно партбилет. Не ради них ступени истирая, выискиваю зерна и крупицы, трубу кустам и направление к раю, по маршам лестничным взлетая легкой птицей. Лжеправославное болото, женский дух, одетый в срам, в мужское одеяние, молитвой про себя и даже вслух взрываем крепости божественным писанием. Благая весть, тревожные звонки, крушение льда, засев по целине, вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается писанием вполне. И вот это стихотворение Виктор Николаевич поет. Вот оно есть тут у нас такое. Он поет. Вот. Теперь я хотел узнать, сколько у меня стихотворений на каждую книгу. Потому что немного пришлось тут потесниться даже. Вот. 178, кажется. Ну, короче, на 4 книги 3092 стихотворения. Там я немножко больше назвал, но тут не вошло. 778. 8, 4, 32. Ну да. По 700 страниц отнять 6, 773 примерно получается, да.
по 773 стихотворения в каждой книге. Вот, открываю, уже все. Первый том готов к сдаче практически. Вот второй том. Вот, открываем. Вот второй том. Вторая книга, проповеди в стихах. Вот она как выглядит. Книга вторая. Вот полностью уже сам ее прокорректировал. За 2 месяца. По 800 страниц все-таки. Составил предисловие. И компьютерную верстку произвел. Это, притом они разные здесь. 2005 год. Вот она как идет. И так каждый. Вот страница. Вот. Теперь, сейчас я покажу, где оглавление. Оглавление еще не выровнял. Только не выровнял. 779. Нужно нажать Ctrl-Alt G 779. Вот и все. Сразу вышли. Пожалуйста, содержание, ответы на вопросы. И дальше вот эти вот нужно цифры, чтобы они ровно стояли. У меня это пока не получается. Нет, не работает этот. Не работает просто. Программа эта. Ну и все. Считаю, что вот, на будущее все. Вот теперь смотри, третий том. Третий том я практически тоже уже закончил. Это у меня первый, второй. Вот. А где же у меня третий том? Вот он где. Вот это третий том, третья книга. Каждая по 800 страниц. Это под конец, как кончается вот объявление. Ну и в конце проповедь в стихах, кто набирал, компьютерная вольска, сколько вопросов в каждой книге, 33. И дальше изречение Златоуста. У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее. Никто не в состоянии пособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем такой дорогой, как будто решились идти против заповеди его. Страшные слова. Но я их взял в концовку, как будто бы это сказано было сегодня. Так, мне кажется, очень даже, ну, близкие они. Вот, теперь показываю книга третья. Вот она, проповедь в стихах. Книга третья. Вот какая будет картинка здесь. Вот книга третья. Проповедь в стихах. Это я в лагере стою. То есть все уже готово. Полностью. Предисловие. И дальше та же стихи. Каждое стихотворение занимает ровно одну страницу. Значит, 772 стихотворения в каждый том. И 4 тома. И получается 3092 стихотворения. Их стихотворениями это назвать трудно. Ну, они есть. Так, они есть, и если бы они ничего не значили, на них бы не, так не лютовали священники и другие. Вот. На Новый год стихотворение. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячные суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Исайя 1.13. «Всю ночь полили в небо фейерверки». Справляли Новый год и бесновались. Но жизни в свете оставалась серой, не просветлела изнутри немало. До туч всплывали всполохи ракет, гирляндами катились к горизонту. Кому-то в этот час подкатит смерть, она пока что царствует на троне. Чего уж праздновать при полном поражении, все остается так же, как вчера. Все суета-сует, вращается сей жернов, раздует пепел нашего костра. В одни побед салют не умолкает, застолья ломятся, ограничения чужды. Дней готов не задержать мелькания, и видит в них лишь внешнее, наружно. Помолимся, чтобы взглянуть вовнутрь, и в страхе отшатнуться столько мрака. Насколько ж глубока и беспробудна дурь у каждого безбожника на грядке. Кто осознал никчемность пустоты, приобретение богатства и тщеславия, там вожделением пришла пора остыть, не жить с гаремами по образцу ислама. Быть осиянным нужно изнутри, признать главенство у души над телом. Читая Библию, в себе тотчас смотри, как мы желаем, в мыслях не посмели. Кто-то стучит, значит, там. Кто?
раньше, ни позже. Тут начитка и... Вот так. С дарами пришли. Это от Толи яблоки. Подарок был. Обязательно собьют нас. Столп огненный над станом житием. Отсчет начнется от рождения свыше. Контроль над тем, что выпью и что съем. Делиться тем, что самому не лишнее. Такое праздновать приятно с Иисусом. В передний угол гостя усажу. Путь истинный, тернист и очень узкий. Светлей прожектора у лампы абажур. 1.1.2007 года. Итак, где мы смотрим, вот, все, пожалуйста, стихотворение. Вышел сеятель сеять свои семена, разбросал их усердно, но будто вслепую. От земли, мол, зависит, в земле вся вина, за пропавшее зряшно погибшее всую. Но если бы сеятель взял и не вышел, углубился в молитву и в келье засел, семена сохранил, не сожрали же мыши, и других не пускал на опасный посев, что бы вышло тогда и какой результат? Походи по пустыне египетской, плача, да кричись до монахов. Сотлевшие спят, там косматые лешие исподволь скачут. Ту заразу, бациллу, молчание к нам завезли, насадили, взрастили безмерно. Благовестия не было, вырос обман. На бескрайних просторах кустится неверие. Ровно 1000 лет по болотам в горах надсаждались отнюдь не евангельской верой. И внезапно все рухло с грохотом в прах. Оказался в хвосте, посчитавшийся первым. Семя сеется ныне сектантской рукою, с еретическим вкусом и запахом гнили. Свищет, хлещет хвостом семиглавый дракон. Не по пыли безделием сюда приманили. Выйдем всех, кто родился от Божия слова, и на вину распашем своим языком. Обязательно новые души уловим по домам и квартирам. Спешите пешком. Кто на месте стоит, даже пусть в алтаре, пусть сегодня же выйдет за пастырем общим. Взявши Библию, сделайте это скорей. Это будет дешевле, доходчивее, проще. Кто вкусил благодать отхождения в люди, а для Божьего слова не сковано уз, будет щедро давать, у Христа не убудет, потому что сходящими всюду Иисус. Вот она сама опять прибежала. Глянь, какая красавица. Глаза голубые-голубые. Не видать? Но. Нет. Да хорошая такая, да пушистая. А хвост как у лисы. Да рыжий такой. Ой. Заластилась. А, ну-ка, головку подними, давай посмотрим. Ой, она зажмурилась. А ушки у ней красенькие. Красавица моя пришла. Ну, вот так. Сейчас я сижу, готовлю все на 4-й том. Ну, не знаю, потяну или нет. Дотяну, нет. Не очень у меня идет быстро. Сейчас посмотрю, что у меня идет. Вот сейчас идет загрузка уже... 2-3-4 ролика. Загрузка вот быстро идет. Это занятия сегодня были, 2 декабря 2012 года. Мы тоже раз день выставляем. Бывает то, что можем и не выставлять, говорят, а что скрывать тут? Наоборот, видно, что мы не экстремисты, у нас все открыто. Вот. Тут все выходят, смотрят наши фотографии. У нас больше 600 роликов наших. Не чужих. Более 4000 фотографий наших, не чужих. Ну и 136 аудио, это там стихи, песнопения тоже наши. Вот так. Видишь, все, выходит, кому что нравится. Посещение, вот сейчас я гляну на форум на наш. Вот он форум, как он выглядит. Видишь, плоды безбожия, я могу еще побольше сделать. Вот оно. Вот. Видишь, православный форум Игнатия Латки. 1030 день. О, что-то она скинула на дорогой гость. Вот, теперь 1370 тем. Тем. Всего 630 зарегистрировано. Вот, сегодня смотрим, какой результат. Вот сегодня зашло, ну, сегодня сейчас что еще? По нашему, по местному, 5 часов. 27 минут. 163 человека зашло. На 12 больше, чем вчера. Но вчера 277. Но вот эти цифры за 200, постоянно за 200, неделю назад начались. Я дал о себе знать своим друзьям. А у меня, ну, друзья, которые называются друзьями в этом, в интернете.
У меня сколько, сейчас я посмотрю, друзья. Вот. 4445. Дальше было 4 четверки стоят здесь. Вот. И я могу одновременно сразу на всех послать. Делаю очень большие рассылки с фотографиями. Это ролики, которые у нас сейчас выходят. Вот здесь. Что-то кому-то понравилось, посмотреть надо. Голосование за фото. Это я с голубями иду. И вот кому отдают предпочтение? Сколько здесь? Рейтинг 25. Всего 25. Я так показывал вчера. Интересно, что людям больше всего нравится? Вот. Ну, допустим, фото. Я вот открываю фото. Сейчас она откроет мне. Вот это фото. Фото со мной. Так это со мной. Ну да, вот оно. 727 фотографий у меня. Вот я сейчас покажу, что людям больше всего нравится. Какой рейтинг? Вот я стою с голубем. Ну что тут особенного? Ничего нет. Вот смотри. Открываю. Стою. Голубок там, старик улыбается. Вот. Рейтинг 2925. Сравни. Это вообще. Вот сейчас смотрю. Вот я стою за кафедрой. 872. Это я выступаю на каком-то конгрессе, кажется, против экстремизма. И говорю, я это экстремист. Вот я сижу с кошками. 1941. Что тут особенно? Вот насчитал Златоуста. 1427. Рейтинг. Вот я стою, ну, там 1472. Просто фотография. И отзывы какие. Ну, там маленький никакой. Где это были? Надо просто увидеть. Еще людям нравится. А нравится им многое. Вот, допустим, лошадка подошла ко мне. Как она называется? Вот. Сейчас я посмотрю. Рейтинг ее 2069. Я сижу, стихи пишу, и лошадь подошла. Ага, называется. Стихи о лошади пишутся с натуры. 27 комментариев. Вот тут все люди о лошади. Боже, какая радость. Я, кажется, на правильную страницу зашла. К счастью это. А лошадь на мою нору очень похожа. А кто-то говорит... Анна какая-то. Грамоте обучиться хочет. Она подошла ко мне, видите, губу положила прямо на лист бумаги. А я пишу стихотворение о лошади. Она, это не привязана, ничего. Какая картина? Вот сидит человек в сапогах, тут открыто, там видно велосипед. Какая картина-то? А стихи о лошади Витя поет. Я сейчас их найду. Даже покажу. Это на нашем... Так, минутку. Даже покажу, что это на нашем сайте. Этом, на сайте говорю. На нашем форуме. А разве может быть? Да, конечно, может. Вот моя страница. Сейчас я покажу, как поются песнопения. Вот. А где, куда изменили это все? Анкета. Моя музыка. Вот. Это все. Вся музыка. Сейчас я покажу. Вот, 163 у меня. Это все наши. На мои стихи Виктор Николаевич поет. Ну так, загрузка идет. И открывается довольно слабовато. Вот я сейчас покажу на пятой странице. Есть очень хорошее поется. Так, аллилуйя здесь. А я вам говорю. А сначала не было так. Вот послушай. А сначала не было так. На многое, что ныне видим в храме, от попрошаек лгущих у оградки, до алтаря, до батюшки с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее слова, от них все холодеет: «Судить вас будет слышанное слово». А если так, то по нему сверяйся, накладывай в сравнении к одному один. Дымятся злобой, слыша это, рясы. Да замолчи ты, еретик, кретин! Но если я невежда, недотёпа, магистерскую степень не лизал, могу услышать, как уж недалеко переродилась в дикую лоза. О,
Вот это стихотворение. А теперь как он ее поет? Вот теперь это же самое стихотворение. Виктор Николаевич сам составил музыку и под гитару и поет. А сначала не было так. На многое, что ныне видим в храме, от попрошаек лгущих у оградки, до алтаря, до батюшки с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышано словом. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышано словом. А если так, то по нему сверяйся, накладывая сравнение к одному один. Дымятся злобой, слыша это рясы, да замолчи ты, еретик, кретин. Но если я невежда, недотёпа, магистерскую степень не лизал, могу услышать, как ушли далеко, переродилась в дикую лоза. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. То как не дрогнут камелавки митры, хотя бы раз открыв Новый Завет. Кто исказил, придумал мудро, хитро и затемнил сошедший с неба свет. Умнее Бога впавшие в монахи кромсали изречение Христа. Поволокли слова его на плаху, а измышления свои на пьедестал. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышано словом. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышано слово. Куда ни глянь, нас режет его фраза: «Сначала было это все не так». Торговлю убери, молись не для показа, не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один, так почему же преблагая Матерь перс собирает сыну властелин, а не заказчик вензелей на скатерть? Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Все холодеет, судить вас будет слышанное слово.
пишут. И таких стихотворений он положил на музыку около 40. Они слушаются. Хорошо, можно проиграть. Но сейчас уже не до этого, мне надо работать. Вот это вот мне нравится. Все мы от Бога. Случайная фотография. У меня сумочка. Я выписывал здесь благодарность одному предпринимателю, что он лагерю помог. А это наш епископ Евтихий Курочкин, брат Иаким. Вот стрелка. И я. Это занятие в Алтайском техническом университете. Самый крупный. 21 тысяча студентов, кажется. А это вышел трехтомник. Еще в первом издании. Теперь у нас второе издание со цветными. Это колокол. 170 лет ему, кажется. Вот. Вот колокол. Как, откуда ты взял его? Ну, никогда не узнаешь. Его, его происхождение вообще, как попал ко мне этот колокол, я могу рассказать. Я около железной дороги был. Но железная дорога как раз с одной стороны красный свет останавливается поезда, и здесь товарняк, товарная линия. Это строительная, вторая строительная, 62, квартира 16. И я занимался в уголовном розыске, у меня было две собаки, мощные, сильные. Ну и каждую ночь бомбили там эти вагоны, вытаскивали все, воровали. А я недалеко сторожил, иногда подходил тут и начинал гонять. Ну однажды задержал одних, они много масла ящиков скинули, ковры, кажется, холодильник. Я их заставил поднять и все обратно туда опустить. Ну и собаки стоят, они боялись, конечно, собак. Ну и на... это стало известно. Стало известно милиция, линейная милиция города Барнаула. И ко мне они утром пришли. Милиция, кто там был? Мы вот узнали, что вы так сделали. И вот такое большое дело, вы помогли. Это большое дело, государственная собственность. Ну, это еще в Советском Союзе было. Кто они такие? А я, когда они все положили, я сказал, ребята, дайте слово, что вы больше никогда сюда не придете. Ну, и некоторые знали меня по имени, некоторые на нашей улице жили. Но они так и сделали. И правда, выехали. Проходит какое-то время, один из них, он женатый был, и они говорят, там ехала машина церковная, много воску везли, и она прокинулась и там в топь. И они такими большими кругами воску мне принесли, и вот этот колокол. Где, в каком месте, я ничего не знаю по сегодняшний день. Ну, очистились, воск на свече, вот как. Видишь как? То есть я с преступниками как бы связан был. Ну, как связан? Ну, делал, чтобы они не воровали. А они, видишь, как меня отблагодарили. Один раз слышу, стучат. Кто? Деда, это мы тут пришли, открой там. Ну, я открыл. Зря сделал, что открыл-то. Нельзя было открывать. Молодые ребятишки. Ну, там лет по 14. Лежу в коридоре, а коридор общий. Они натащили ящиками виноград стоит. Мы вот вам винограду принесли. Это, ну, принесли, наворовали. Вы нам что вчера говорили, я их задержал. Собаки на нас смотрят, собаки у меня были прекрасные. А я им читал Евангелие. Вы нам еще из той книжки почитайте. Я говорю, ребята, я вам почитаю. Сначала ящики эти отнесите на место. А поезд стоит еще. Заберите все ящики, отнесите в вагоны. Ну, они ящики подхватили, потащили. Видите, как? Вот. Это Бог так устраивает. Я очень много времени провел с преступниками, когда занимался и когда сидел. Люди не одинаковые там. И сказать, что нельзя достучаться, ну, может быть, и правильно нельзя достучаться. Но иногда Бог дверь открывает. Это мы в Черной Курье были. И увидели голубей. Я увидал. И на благовестие дальше не пошел. А к этому человеку, он из Казахстана приехал. Ничего нет, говорит, а голубей я привез. Это его жена. Это наша. А это у меня потеряки голубятня. Свитие мы строили, там Игорь Барабаш помогал, вон голуби сидят вверху, видать. Вот вверх от пола земли 9 метров 60 сантиметров. Вот они сидят, голуби, а там туман долго не расходился, вот они. Красавцы мои. И вот они, как, вот это вот внизу плита железная. Вот если грызуны идут, а вот это железная, они дальше не могут никак. У меня голубятни несколько раз колонки, хорьки полностью уничтожали. Было 5 пород, всех порезали, всех. Витя зашел, как поле брани, мертвые лежат голубятни, не это, а там на балерине, он заплакал, говорит. Тогда вот мы сделали эту высокую голубятню на столбах, тут прикручена, затянута, и она уже лет, наверное, 7 больше. И вот, и эта голубятня, она, ну, сохранила голубей. По милости Божией, ни одна мышка туда не залезла, не попала.
А здесь у меня голубей жрали, так пришлось голубей увезти в Потеряевку. Вот фотография, тут еще особенного нет. Но она заняла чуть ли не первое место где-то было. Еще тут они нашли такого в ней, в Алтае. Это вот в этой комнате, где мы стоим здесь. Вон тот телевизор, это когда этот компьютер, но не этот, который там он стоит. Вот видишь сколько. Это вот что она снята тут было тоже, ролики. Это я беру только один файл, открыта одна тема. Это вот дуб как бы мамрийский, какой, видите, красивый. Вот это у меня Библия на славянском, на русском языке. Это посреди деревни стоит, огороженная. А это был указатель на Потеряевку. Ну и весной сожгли, вон видно разъезд. Вот это пошла на переезд, а вот это вот туда вот дальше идет, где сейчас ездит. Вот. Ну это у нас собрание. Это вот я смотрю, тут что-то подарок был сделан от мэра города. Вот это я к проповеди готовлюсь. Вот они, иконы наши, вон они вверху их видать. Вот и приехал бывший священник, без пояса, ну я его подпояс. Это вот Володя, который снимает сейчас. Дай-ка я тебе покажу. Маленько от себя отодвинь, по себя направь, чтобы видно было, кто ты. Это я в храме тоже говорю проповедь. Это тоже в храме. Это из Скворечника, Потеряевки я вышел. Вот этот вот, вчера смотрели мы, 1500 рейтинг у ней. Собака. Видишь как? Тут ничего особенного нет. Посторонним вход воспрещен. 5 Б, без которых не спастись никому. Вот. Это я сижу здесь. Отдыхаю, спать. Ну вот все. Надо шторки закрывать. Куда у нас? Ой, кошечка, посиди маленько, посиди маленько. Ой, моя да хорошая. Сейчас я приду. Сиди, сиди. Давай я тебя накрою. Холодно у нас сегодня. Такого никогда не было, чтобы шторки были открыты, а свет горел. Ну, не без исключения. Сегодня вот это исключение. Прервать вроде нельзя. Ну, так, вот он лежит. Посмотри. Там ему тепло. Котенок, котик. А это его мать, рыжая. Аж как. Тут тепло у него. А, подними хоть голову-то. Разнежился тут, как лепешка лежишь. А. Но кошки мировые, как она лапки под себя подложила, ласковые. Ой, 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 потянулся, да как он, о, отвернулся, все.